По любви зачали сына Ивана. Неудобно отказать ветерану. Ему было 60, ей 17. Батя мамку уломал не ломаться. Ну а школы там всего 9 классов. Мог бы Ванечка работать на кассе. Только жизнь понеслась по спирали. ПТУшников в ОБГИК набирали. Дальше как-то не сложилась карьера. Денег ноль, пора менять интерьеры. Захотелось полетать в бизнес-классе. Натянул Ванек священника рясу. Так в гундяевском строю православным слыл отец Иван ублюдком бесславным. И пришлось опять кремлевской шестерке сбросить рясу и вернуться в гримерку. Ванька громко закричал: «Ой, да!» Микрофоном угрожал: «Ой, да!» Не на шутку напугал чмобиков. Ваньке сцена, ну а им гробики. Нарядился, как чекист, в кожу. Православный сталинист, боже, как опричника бездарно играет. Станиславский и Мирхольд угорают. А в аду теперь всем грешникам истинным ставят вечное кино с охлобыстиным. Все убийцы, мародеры и скверна кровью плачут от просмотра интернов.